Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру Dead Tide. Дерись, чтобы выжить. Ну что ж, поехали. Да, ребята, у меня сервер тот же самый, но аккаунт я поменял, потому что была глобальная обнова, а там, видимо, была тестовая версия. Ну, а теперь уже все нормуль. Много чего здесь у нас открылось, тем более игра стала на русском языке. Так что, наверное, поехали, начнем с кампании. Так, я здесь остановился. Здесь у нас босс будет. И набег называется миссия. Поехали. У меня появился новый персонаж. Это вот этот чувак с базукой. Так что давайте-ка продолжать играть. Ух. Так, зомбики. Кстати, да, игра, ребят, про то, что наши... Я бы даже не сказал, что это люди. Это какие-то у нас тут киборги, монстры. Но деремся мы против зомбарей. Как вы помните, да? Во всем виноват Франкенштейн, который сделал какой-то неудачный эксперимент. Причем он сам стал зомби. Супер-зомби. Ну и теперь мы спасаем все человечество от этих уродцев. Так что давайте будем смотреть, как у нас это все будет дело происходить. Ну давай-давай-давай. Добиваем этих олухов. Отлично. Продвигаемся. Третья волна, последняя. Где здесь у нас босс? Вот он. Ага, идет. Куда он продвигается-то? Оу, ничего себе! Какого лешего? Двоих уже убрал он. Так, срочно сносим его. Получится, нет? Так, ну ладно, босса мы убили. Но вы посмотрите, что он натворил. Ё-моё, вот это жесткач, если честно. Фух, главное, победили. И что нам дадут? Одну звезду, наверное, всего лишь. Так, шокер мы заработали, таблетки. Ух, я даже не знаю, наверное, нужно как-то усилить своих ребят. Награда, 15 карточек. Забираем ДНК. Так, а здесь у нас призыв. Пророк. Для этого, для призыва этого героя требуется 500 монет. Продолжить, конечно, продолжить. Вау. Вот так, чувачок. Так, ну и нам нужно немножко так. Давайте диверсанта мы с вами укрепим. Давайте экипировку ему наденем. И сделаем, наверное, слияние. Отлично. Так, новая способность. Бомба с большей взрывной силой. Ага. Даже вот так вот. Хорошо, еще экипировочку наденем. Ну и кого мы можем еще с вами? Кстати, да, мы можем же взять... команду к себе пророка. А пророк у нас это что? Кто? И с чем его едят? Интересно мне знать. Он поддержка по ходу дела, но у него две звезды. В принципе, у Леоны тоже две звезды. Можно, наверное, поменять. Но у пророка первый уровень. Как-то я помню, можно их, если честно, усилять. Вот, видите? Вот эти вот таблеточки, если мы будем лопать, то мы будем повышать им уровень. Давайте-ка глянем в сумку. Ага, вот, использовать. И мы сделаем это дело, наверное, для пророка. Ага, вот мы и догнали Леону. 7-й уровень, 8-й, 9-й, 10-й. Все, таблеточки кончились. Я думаю, есть смысл его взять к себе в компашку и посмотреть. Вау, диверсант против нас будет. Подготовка ловушки. На кого они, на меня, что ли, подготавливают? Так, давай-ка мы вот этого уберем персонажа, а возьмем... Эй-эй-эй-эй, погоди-ка, погоди-ка, а где же у меня? Так, секунду, я что, могу... Нет. Вот так мы сделаем. Да, отлично, поехали, ребята. Оу, тут уже, смотрите-ка, у нас какие-то повстанцы. Я думал, что мы будем драться только с зомбарями, но не тут-то было. Нате, выкусите, ребятушки. Ха. Какого хрена тут еще какой-то танк делает, а? Блин, мне бы, ребята, в команду, знаете, кто нужен? Хиллер, который восстанавливает здоровье. По-моему, у меня таких нету. Хотя я еще не видел, что делает у нас пророк. Поэтому сейчас, если у него накопится суперудар, естественно, мы сразу же и проверим. Нате, получите, гады. Вот, ну-ка глянем. Да. Это у нас хиллер.
как раз-то мне его и не хватало. Отлично, значит, дела у нас пойдут в гору. Давайте оглушим их всех. Вот так. Так, теперь ракеты полетели. И подземные удары. Вот так. Отлично. Да ё-моё, танк уже упал у меня. Какого лешего-то? Ну, это была у нас последняя волна, и мы все-таки справились. Опять же, не дадут нам 3 звезды. Жаль. Так, таблеточки дали, это хорошо. И у нас здесь какая-то башня. Хм. Решающее сражение. Босс, что-то он мне не нравится. Так, таинственная организация сбросила на крышу огромного мутанта. В его глазах читалась жажда крови и плоти. Это вот это, что ли, мутант? Так, ну-ка давайте-ка подготовимся, наверное, маленько. Сильвербэк, что тебе можно? Тебе можно поставить экипировочку. Арбалет. Отлично. Так, пророк. Давай-ка тоже сделаем небольшую, так скажем, экипировочку для усиления. Так, что мы можем? Ага, мы можем его еще поднять. Эх, а тут смотрите-ка, 300 экспы. Вау. Да он у меня теперь вообще круче. Ну что же. Так, 12 уровня пророк. Остальные, блин, остальные слабенькие. Что же можно сделать? К сожалению, ничего у меня больше нету. Повысить уровень не могу. А танку надо было бы. Потому что он все-таки на передовой. И держит всю оборону. Ладно, давайте глядеть. Так, ну здесь у нас обычные зомбари. Видимо, босс будет у нас на последней волне. Так, здесь, в принципе, разобрались. И довольно неплохо. Вот так. Все целые? Да, вот только у меня танкуля мой уже хромает. Так, у диверсанта есть суперудар. Сейчас применим. Давайте-ка бомбанем, отлично. Ну давай, давай, пророк, ты мне нужен. Ай, не получается, не успеваем. Ну-ка, здесь, ага, отлично. Двигаемся, и нас будет поджидать, я так понимаю, сейчас босс здесь. Вот он бежит, блин, с пушками. Ну-ка, оглушим. И пророк будет подхиливать у меня. Конечно, хилит он очень хреновенько, как я заметил. А босс жарит довольно сильно. Ну, давай, отлично, все, справились. Мой ракетчик справился. Вау. Мы получаем уровень группы 12-й. Что-то тут у нас новенькое открылось. А, героический уровень. Бойцовский клуб. Так, он же вроде бы был. Так, гильдия. Ладушки, хорошо. Вау, мы перешли с вами на новую карту. Да, это у нас была первая, вот здесь вторая. Что мне тут? Героическая, да? Ё-моё, а это что такое? Ага, мы можем зарабатывать с вами здесь кристаллы и какие-то ДНК-фрагменты на новых героев, по всей видимости. Билет для зачистки. Очень интересно. Так, ну ладно, ребят, мы, наверное, на героический сходим с вами попозже. Ну а сейчас будем вот здесь вот шуршать эту карту. Хочется мне посмотреть, кто у нас здесь новенький появится. Так, диверсант. Давай немножко тебя экипируем. Так, усилить я его могу или нет? Нет, у меня нет ничего. Так, и... Соник Бум. Вот как его увеличать. Ха-ха. Чип с микросхемой. Давай, конечно, одевай. Вроде бы пока и все. Ну что же, давайте смотреть. Так, бесплодные земли. Вы последовали за отрядом таинственной организации и отправились в западные дебри. Эта местность заброшена, однако здесь тоже опасно. Опять босс, тут везде боссы. Ну что ты мне показываешь? Что? А, ну да, конечно же. Пророку мы забыли с вами что-то надеть. И это опять же какой-то чип энергетический. Отлично, ему осталось только лишь костюмчик надеть, и мы сможем его усилить. Ладно, давайте смотреть. Погнали. Фух, была не была. Так, ну что, я вижу, здесь у нас старые никчемные зомби идут. Ну, здесь разобрались довольно легко и просто. Двигаемся дальше. Так, вторая волна. Ну-ка, бомбанем. Танкуля, давай, оглушай их всех. Отлично. Теперь вжарим диверсантам. Нормуль, то, что нужно.
Блин, ну неужели у меня такой танк слабый? Да, посмотрите, его просто пробивает. Нет, надо его укреплять, это однозначно. Но для этого нужны определенные детали, которые, как говорится, не со всех падают. Так, у нас здесь босс. А ну-ка, получи-ка, распишись. Давай хилимся. И диверсант будет бомбить. Нормуль, ты посмотри, а, вот падает у меня танк, и все, и хоть ты что здесь делай. Слабый, слишком слабый, но у него 6-й уровень. 2 звезды, спасибо вам большое. Так, щит дали. Я думаю, что это идет для танка. Сейчас мы посмотрим это хорошенечко с вами. Ха, нифига, ребят. Не для него, к сожалению. Ему нужны, смотрите, боевые перчатки и... Так, подожди-ка. Вот же, ах, требуется уровень 7. Вот оно что. Вот почему я не могу ему поставить это. Хорошо, давайте-ка, знаете, что попробуем? На героическом рискнуть сюда зайти. Смотрите-ка, ДНК. Причем на диверсанта. Рискнем, как говорится, была не была. Ух, тут можно... А, нет, нельзя, автобой. Почему-то. Ладно. Ну что, вроде бы пока довольно все легко. Никаких трудностей. Так, диверсант, ты у меня готов? Я смотрю, ты готов. Давай, наверное, сейчас вжарим. Вот так, отлично. Так, ракетчика мы приберегем с вами для 3-й волны. Последней. Здесь, наверное, у нас будет босс, да? Ага. Давай-ка, бомби. Ну. Нормуль. Так, диверсант. Все, а нет, босс, босс выделывается. Хе-хе. Вау, сколько там сундучков выпало из него. 4. 3 звезды. Великолепно, да? Нам дали ДНК на диверсанта. Вообще шикарно. Так, что здесь у нас появилось? Ну-ка. Я могу, кому я чего могу? Так, Леоне. Ну, Леона у нас пока с вами не в команде. Ну да ладно, пускай пригодится. Мне бы, конечно, бы таблеточек бы не помешало бы, чтобы усилить своих персонажей. На данный момент хочу именно танка укрепить, потому что, ну, это не дело, падает как сосунок какой-то. Так, отлично. Причем, по большому счету, его босяра больше всего бомбит. Зомбари-то обычные ничего ему такого хренового не делают. Ты куда ты бежишь там, а? С ножичком. Давай, диверсант. Черт, вот зря, конечно. У него удар, ребят, такой, знаете, массового поражения. Но единственное, что все должны стоять в куче. Когда он стреляет в одного врага, который вблизи нас, никакого урона существенного он не наносит. Ага, нормуль. Давай теперь ракеты запустим. Блин, ну... Босс тут остался всего лишь... Давай, давай, его зажариваем. Ух, бомбит там по нам. Выкуси. Добиваем, добиваем, ребята. Ну, есть. Отлично. И 4 сундучка у нас. 3 звезды. О, таблетки дали, это хорошо. Так, я думаю, что есть смысл, наверное, нам усилить моего танка. Причем я могу даже надеть на него. Так, экипировать. Ага, нужно изготовить. Так, теперь экипируем. Здесь получается щит. Значит, ребята, он у меня получил уровень, да? У него 7-й левел. А я тогда сделаю вот так. Эй, чуть-чуть не хватило, чтобы получить ему 8-й. И все, да? Вроде бы больше нету ни у кого ничего. Так, а как... Вот, значит, как они забираются. Ё-моё, надо кликать на них. Ну-ка, здесь. Ну, 3D... А, нет, подожди-ка. 5 фрагментов получили мы. Отлично, давайте тогда с вами продолжим. Ё-моё. Кстати, вот этот чувачок у меня был, когда я, по-моему, играл в первый раз. Довольно неплохой. Так, что у нас тут по героям опять показывают? Ага. Создаем пистолетик стандартный, экипировка. Отлично, все хорошо. Ну что же, погнали, посмотрим на этого босса. В бой. В бой идут одни старики. Ух, да они ватные здесь какие-то. И это, ребята, героический у нас уровень. Честно говоря, по-моему, я его прохожу легче, чем обычный, стандартный. Ладно, посмотрим, что у нас дальше будет. Давайте сразу бомбить.
пока они тут не разбежались. О, диверсант дает. Нет, все-таки хромает у меня мой танк. Блин, давайте, наверное... Ну, почему у пророка так медленно копится суперудар, а? А суперудар у него именно отхиливание идет. Продвигаемся. Так, здесь босс. Ага, вон он. Давай оглушим. Теперь ракеты полетели. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так, а теперь диверсантом бомбанем. Вот это другой разговор, смотрите. Я просто хочу пройти на 3 звезды и, возможно, у нас получится. Да, у нас получится. Вот это я понимаю. 3 звезды, отлично. Кстати, скоро уровень получит у меня опять танк. Все четко. Забираем сундук. 100 кристаллов нам дали. Интересно, а после героического здесь будет эпический какой-нибудь? О, ежедневочка какая-то. Так, пройдите 3 героических этапа. Мы получаем с вами... Да, вот она, эта баночка на повышение опыта. Ё-моё, я еще и уровень группы. Нифига себе. Было 12, стало 14. Прямо 2 уровня перепрыгнули. И капсула силы. Разблокировано точечные набеги. Это что-то новенькое. Так, теперь мы можем... Вот, ребят, смотрите, сейчас мы с вами гладиатора своего улучшим. Ну давай, давай. А, изготовить нужно. Так, экипируем. Делаем слияние. Да. Ёлки-палки, здоровье. Ну, на 60 подросло, а здесь не так уж и много. Но, тем не менее, все равно хорошо. Так, 300 если вольем. 9-й уровень получил сразу же. Ух, отлично. Так, кстати, мы можем пророка с вами. Давайте сразу слияние сделаем. Вот так вот. Ё-моё, новая способность. Энергетический шок. Так, где-то здесь, я помню, можно это дело почитать именно. А, вот. Что оно делает? Выстрел концентрированной энергии, которая наносит урон всем врагам, которых коснется. И в окружении священного. Или священного, да. Так, призыв исцеляющей энергии, который повышает здоровье всей команды. Потом идет заключение. Заточает врага энергетическое поле, чтобы лишить его возможности двигаться. Неплохо. И святость. Усиливает энергетические атаки и наносит дополнительный урон по войскам нежити. Но это нужно уже фиолетовый, чтобы он был. И это еще не скоро, ребят, будет. Так, пророк, я смотрю, ты можешь у меня что-то новенькое надеть на себя. И это хорошо. Любое усиление нам пригодится. Так, ну что, ребята, вы можете разместить вооруженный патруль. Это что-то вообще новенькое, ребят. Увеличьте патрульную команду. Конечно, увеличим. Так, давай-ка пророка поставим. И я думаю, что сюда вот этого Соник Бума. И что, мне надо в бой? Так, награды получить. Ох ты, капсула силы, 5 штук. Слушайте, здесь немножко как-то все это странно происходит. Смотрите, они дерутся сами по себе. Знаете, что мне это напоминает? Как в айдл-героях, помните? Перед тем, чтобы начать бой, у нас идет автофарм. Тут что-то типа того. Да, мы, смотрите, зарабатываем с вами монеты. Причем они сами. Это, короче, получается, как, знаете, я отправляю своих персонажей, и они будут драться до тех пор, пока, видимо, их не разберут. Фу. Да это вообще великолепно. Могут выпасть у нас здесь гемы, сила и деньги. Получить, например, что мы с вами получим? Наверное, монетки только, да? 52 монеты. Хорошо, это и есть, ребят, у нас патруль. А мне нравится. Также можно тут уровни потом выбирать. Отлично просто. Вот это вот хорошее. Жалко, что, конечно, нету звука. Ой, что это такое? Подожди, что это там? Энергия заканчивается. Ладно. У нас с вами мост. А, это, видимо, мы зомбарей с вами уничтожаем. Поэтому у них здоровье так падает. Так, а мы идем с вами вот сюда. Ну что такое? Что здесь опять? Ага, я, видимо, могу его усилить. 11 уровень, 12, 14. Ой, а почему максимальный? Что ему нужно дальше, а? Видимо, нужно развить, чтобы он дальше смог поднять себе левел.
Так, и мне нужен пророк. Давайте-ка мы ему тоже сделаем. Вот, 14 уровень, отлично. Ну что же, давайте, наверное, хотя... Нет, давайте пройдем здесь. Я просто хочу все ящики собрать, которые здесь... О, смотрите-ка, я могу автобой поставить. Раньше нельзя было, а сейчас могу. Отлично. Так, ладно, на автобое тоже неплохо. Я заодно посмотрю, как он будет драться. Ну, здесь все отлично прошло. Ну-ка, будет он применять суперудары? Да? Все очень хорошо работает. Так, оглушение. Отлично. Ну, тут разбираем вообще без проблем. Хотя, ребят, смотрите, я танка своего усилю, а урон он все равно получает нехилый. Давай-давай-давай-давай, жарим-жарим. Так, пророк, ну, где ты там со своим суперударом? Так, выпускают ракеты. А, нет. Хотя, да, тут получилось, что и ракеты выпустили, и пророк сделал отхил. Смотрите, на нас могут вешать немоту. Это, видимо, босс вот этот вот. Ну, отлично. Упал босяра. И все мои выжили. Отлично просто. 3 звезды. Максимальный опыт. Как бы мне тебя, братишка, поднять-то, а? Кстати, что это там такого навыпадало нам? Билет для зачистки. Очень интересно посмотреть, что это за билеты такие. Что мне здесь показывают? Что я могу, видимо, кого-то повысить, да? Отлично. 8 уровень. Слабовато будет. Надо поболее. Так, и надо глянуть, что у меня в сумке. Где... Вот это что за билеты? Позволяет мгновенно зачистить уровень. Ах ты, вот оно что. То есть я могу применять эти билетики для того, чтобы не проходить, а сразу кликаю, и уровень проходит автоматически. Мы единственное, что с вами будем получать, только реворд. Это неплохо, это очень даже хорошо. Так, ну ладно, мы смотрим с вами дальше, как у нас здесь происходят дела. Давай-давай-давай, жарим. Бум, готовы. Автобой, и также у нас, ага, на 31-м уровне мы сможем увеличивать скорость боя. Отлично все. Давай оглушение. Опачки. Пока они там в задумках. Сейчас мы их тут и разберем. Так, и у нас заключительная волна, где, естественно, будет поджидать босяра. Вот он. Вот этот чувак тоже у меня был. Довольно неплохие суперудары у него. Но я так думаю, что он здесь даже их не будет применять. А нет, применил. Вот он что делает. Замедляет задние ряды. Причем он делает массовую атаку. Ну, как видите, мы вроде бы выдержали натиск этот. Хотя здесь тоже у него, смотрите-ка, пророк есть, он подхиливает. Эй, точнее был. Шикарно вообще проходим. На 3 звезды, все. Так, диверсант получил у меня уровень. Мы получили с вами еще таблетки. Я забираю этот ящик. 100 гемов. Смотрите-ка, у меня эти ребята до сих пор в патруле находятся. Нифига. Монетки зарабатывают. Ну это вообще круть, что я могу и играть, и еще они у меня в патруле находятся. Так, а мы с вами глянем вот здесь. Значит, пророка, да? Хорошо, давайте мы изготовим чип усиления, экипировка. Таблеток у меня нету, или есть? Подождите-ка, сейчас мы с вами глянем. Я хочу вот, вот этому своему ракетчику. Мало-мало дают опыта. Но это лучше, чем ничего. Ну что же, последняя башня у нас. Босс. Решающая атака. Поехали. До сих пор автобой. Ну да, в принципе, ребят, какая разница, что я буду руководить, что автобой. Суть от этого не меняется. Нам главное результат, чтобы прошли мы замечательно и с 3 звездами желательно. Так, вжарили. Там потом же еще будут новые удары у них всякие изучаться. Но вот почему, интересно, 14 уровень для нас в данный момент окончательный? Что для этого нужно сделать? Я так понимаю, скорее всего, нужны карточки. Если мы находим карточки, мы улучшаем своих, естественно, персонажей. И тогда у нас будет уровень расти. Надо будет это проверить. Но где мне карточки взять именно для танка своего? Для Титана? Вот это для меня уже вопрос.
Ну, давай, вжаривай. Только бы не повредили моего... Ай, ты посмотри, что тут происходит. Больно жестко бомбит. Босс. Ой-ой-ой-ой, как тут все плохо. Да, на 3 звезды, к сожалению, не получилось у нас с вами пройти. Но еще и бой не закончен. Босс поганый, а. На, получи от Соника. Соник упал. Но босс тоже свалился с ног. И получаем с вами 4 ящика. И в результате 5 у нас. 1 звезда. Да, не густо. Забираем ящик. Так, 10 фрагментов, да, у нас получается. А где же эти фрагменты? Кто мне скажет? Так, гладиатор. Могу ему что-то новенькое поставить. Лопата какая-то. И вроде бы все. А мне интересно, что у нас тут в сумке. Ну, в сумке это показывается. Так, вот. Призвать. Ага, призовешь, как же. Тут нужно 80, а у меня всего лишь 15. Вот оно в чем, значит. Фрагменты. У меня никаких фрагментов почему-то нету. Задание. Пройдите этап еще раз. Хм. Так, героически 2 раза. Мертвая тишина. Так, надо будет свою, как говорится, свой аккаунт привязать к Фейсбуку, чтобы он в очередной раз у нас не пропал, как это уже было. Ну что же, давайте тогда мы с вами перейдем сюда. Так, уж больно хочется посмотреть, что мы здесь еще набили. Только почему-то монетки набиваются у нас. А если я получить? Ага, вот так вот. Ладно. Ну что же, поехали. Где у нас? Здесь, что ли? Вот, так мы же вроде бы прошли с вами. Ну ладно, раз они и хотят, давайте еще разок попробуем. Давай-давай, бомби. Хотелось бы, конечно, увидеть какого-нибудь эпического босса, но я боюсь, что я не готов к встрече с ним, потому что у меня еще слишком все слабые. Так, плевальщица, получи. Так, здесь у нас, ага, обычный зомби, зомби с ножами и с пушкой там, зомбарь. Он даже не зомби, он какой-то полукиборг, полухрен знает кто. Да ладно вам уже суетиться-то здесь. Отлично. Ну-ну-ну, добиваем этого олуха. О, вот Соник, нафига ты делаешь для одного чувачка свой суперудар применил, а? Ну, дурила. По-другому не назвать. Так, подхиливаемся. Что-то как-то хиленько он хилит. Так, это у нас третья волна. Здесь у нас босс. Только я... А, вон он в конце стоит. Со снайперкой. Блин, он взял мне... Завалил моего танка. Что ж это за танк такой слабенький-то, а? Надо его усилять, укреплять. Ох ты, нифига тут ящиков-то нападало. Ну что ж, поднимаем, естественно, все. 2 звезды. Вау, топорик какой-то нам достался. Что можем сделать? Опять экипировать кого-то. И это у нас пророк. Да, не помешало бы его, конечно, хорошенечко прокачать, чтобы он... Изготавливаем, чтобы он лучше хилил. А что вот это такое, а? Как получить? Ага, это где мы можем получить с вами карточки пророка. Нам нужно 50 штучек, чтобы мы смогли его улучшить. Хорошо, а где мы можем на гладиатора? А я его назвал титаном, да, тогда? Конечно же, гладиатор. Где у нас? Вот здесь. Кстати, а если мы... Чего? В обычном режиме? А я что, не прошел, что ли? А, это глава вторая. Да, я еще, видимо, не дошел. Нужно пройти. Я хотел просто, ребят, посмотреть, а могу ли я применять карточки вот эти вот для быстрого прохождения. Так. Блин, ё-моё, я смотрю, что-то не то. Мы с вами играем-то в героическом режиме. Вот у нас обычный-то режим. Ёлки-ты-палки. Ну, ничего, я считаю, что неплохо. Мы на героическом режиме с вами завалили босса. Да, пускай на 2 звезды. Хорошо, посмотрим сейчас, как у нас пойдет дело на обычном. Вау-вау-вау-вау, бежит с шаром. Да ладно вам тут буянить-то. Ух.
Салажата. Вот зачем ты вот сейчас вот делаешь, а, пророк? Подхил, когда у меня все были здоровые. Нет, автобой, конечно, здесь, ребята, подтупливает. Немножко не то делать, что мне нужно. Так, дайте-ка я возьму управление в свои руки. Давай, бомби. Так, диверсант, ну-ка, вжарь, как раз двоих. Вот так, отлично. Ну, двигаемся дальше. У нас вторая волна с вами. Вау-вау-вау, с тесаком. Каким нафиг тесаком? С бензопилой. Оглушаем, ребят, оглушаем. Делаем сразу же подхил. И Соник Блум вот так бомбит. Отлично. Блин, нифига там они ракет-то на меня натравляют сколько. Давай-давай-давай-давай, диверсант, бомби, жарь их. Танкуля, держись, родной. Давай еще ракет выпустим. Отлично, отлично. Ну, упали. Хе-хе. Ничего сложного, на 3 звезды прошли. Шик и блеск плюс получили с вами капсулы силы, да. Все время забываю, как они называются. Давайте-ка мы с вами, наверное, кого-нибудь... О! Сильвербека можем сделать слияние. Вот так. Отлично. Блин, а почему-то не получает он у нас звезду третью. Это, видимо, нужно... Карточки, да, все упирается в них. Как видим, у него 8 из 50. И все пока закрыто. Где мы с вами можем их получить? Странно. Так, и диверсант. Давай тоже создадим нож какой-то, кинжал даже. Экипируем. И здесь тоже мы боевую перчатку экипируем. Вот так вот. Еще один предмет останется. Это военные перчатки. И сделаем уже слияние. Ну что же, давайте, наверное, дорогие друзья мои, на этом будем завершать с вами видосик этот. На карте у нас еще, конечно, очень много чего открылось. Все это надо будет нам посмотреть. Но это уже будет в следующей серии. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых видосиков, ребята. Всем удачи.